20 ноября 2014 года в центре «Эрмитаж Казань» открытие выставки «Итоги всех веков. Эпоха историзма в России. 1820-1890 годы». Почетные гости церемонии открытия – государственный советник Татарстана Ментимер Шаймиев и генеральный директор государственного «Эрмитажа» Михаил Петровский. Предоставляется возможность из недр всемирно известного «Эрмитажа» Санкт-Петербурга становится достоянием и доступно для татарстанцев и для наших гостей те сокровища. В экспозиции представлены живописные и графические произведения известных художников, творивших в XIX веке в Санкт-Петербурге. Их дополняют уникальные фотографии, запечатлевшие важные события и памятники зодчества, портреты людей прошлых столетий.